Обычный ивановский двор, серое декабрьское утро. Но для одного из жильцов этого дома сегодня особенный день. День рождения, причем 95-й по счету. Лично поздравить именинницу решил депутат городской думы Владимир Беляев. Сегодня Лидия Георгиевна, во-первых, Пироженко исполнилось 95 лет. Мы вот пришли ее поздравить с этой юбилейной датой. Лидия Георгиевна, у нее непростой жизненный путь. Она родилась в Тамбовской области, потом судьба забросила на Украину. И она переехала потом в Ивановскую область уже уроженкой и гражданкой Украины. И я познакомился тогда, когда ей необходимо было оформлять вид на жительство. 3 года назад. Вот 3 года назад эта судьба связывает как бы с этой семьей. Лидия Георгиевна – ветеран Великой Отечественной войны. 4 года назад из-за ухудшившегося здоровья ей была ампутирована нога. Из-за отсутствия гражданства возникли проблемы с медицинским страхованием и получением пособия по инвалидности. Сейчас все это позади. Очень приятно, еще бы, конечно, приятно. Сколько лет вот она была как бы без вида на жительство, и никто не знал, даже не навещал. А тут все пришли, и ей приятно, и мне очень приятно. Спасибо большое всем, очень. Женщина со слезами радости принимает поздравления и даже позволила себе выпить бокал шампанского с гостями. Пожелание только здоровья и долголетия. Что может быть важнее – жить и радовать родных и близких. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.